Вы за это ответите. Пол, что это? Автоинспектор. Я, блядь, вижу, что это автоинспектор. Что он делает в нашем фургоне? Он хотел вызвать легавых. Справедливо. Ладно, с ним... Господи, ну как, неплохо вроде вышло. Как только у меня очко от страха перестанет играть, так и обсудим. Бекон, смотри, что у нас есть. Сейчас прикинем. Джекпот, парни. Бог знает, сколько этой вонючей травы. Мешок наличных. И еще автоинспектор. Чего? Господи, Эд, у нас в тачке автоинспектор. По-моему, он еще живой. Только вот кровище откуда-то. На кой им понадобился автоинспектор? Не знаю, только вот нам он точно не нужен. Выруби его и выкини на светофоре. Что значит вырубить? Чем его вырубать? Не знаю, придумай что-нибудь. Да не бей ты его, а выруби. Я тебя сейчас вырублю. Слышь, хочешь его вырубить? Вот сам и вырубай. Ненавижу, блядь, автоинспекторов.